В канун юбилея Победы в Великой Отечественной войне ветераны встречаются с тверскими учениками. Дети из 46-й школы с нетерпением ждали такого общения, когда напрямую можно спросить о тяжелых годах борьбы с фашистами. Тему продолжит наш корреспондент. Николай Никодимов, председатель Совета ветеранов Заволжского района, один из активных участников патриотических мероприятий. Вот и сегодня с удовольствием пришел в 46-ю среднюю школу. Детям интересно узнать факты истории своей страны, а ветерану поделиться воспоминаниями своей богатой биографии. Все очень внимательно слушали. Я все-таки детский узник фашистских концлагерей, им все рассказал. И когда закончилось это мероприятие, завуч школы мне говорит: «Николай Тимофеевич, мы вам дали самых отъявленных хулиганов, класс, а как они вас слушали?» Я говорю: «Вот это вот они интересуются историей нашей страны, нашей Великой Отечественной войны, а не с энтузиазмом смотрят. Это настоящие будут защитники нашего Отечества». В школе, где проходила встреча поколений, создан поисковый отряд. И рассказы очевидцев особенно ценны для начинающих поисковиков. Мы приглашаем ветеранов к младшим ребятам, чтобы они им рассказывали. Также мы получаем для себя важную информацию. Это очень помогает в работе. Ребята встречаются с теми, кто с участниками боевых действий, с детьми войны. И из первых уст слышат о том, какие происходили события вот в те уже теперь далекие годы. И по глазам ребятишек, вот немножко с ними пообщались, по их отзывам, я вижу, что они понимают, чувствуют, они видят это. Накануне 75-летия Победы в Твери будет проведено много встреч, так что Николай Никодимов уже готовится к следующему мероприятию.